Проекты благоустройства Барыша, Красуна и Сурского одержали победу в 6-м всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Каждый из муниципалитетов получит федеральный грант в размере 70 миллионов рублей на реализацию заявленных концепций в следующем году. Также в следующем году благодаря федеральной поддержке будут обновлены центральная часть поселка Сурская с кольцевым маршрутом автостанция Никольская гора. В Красуне – центральной площади имени Ленина и прилегающая аллея. В Барыше появится прибрежная территория у пруда в микрорайоне Гурьевка. Благодаря общим успехам конкурса в этом и следующем году общая сумма призового фонда будет увеличена. Конечно, очень рады тому, что президент нас поддержал. И правительство выделило дополнительные средства и в 2022 году. И самое главное, удвоен, в общем-то, призовой фонд, который позволит уже командам более серьезно подготовиться. Главная задача всероссийского конкурса – это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей и развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территории.